Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. И сегодня я снова с вами, а вы со мной. Ребята, сейчас хочу показать что-то вам. Не знаю, как меня там видно, конечно. Но покажу урожай своих дынь. Ну, чуть-чуть арбузов есть. Конечно, арбузы не то, что ожидалось у меня, конечно. Вышло так просто, без прикрас, показать вам, что к чему и почему. О, тут Степан со мной. Ведущий. Вот он, Степан. Ну и погнали. Ребята, уже бурьяны мои растут, но с ними и урожай. Начнем с малых. Вот мои дыни. Гляньте. Вот мой Степан. Степаня. Гляньте, большая. Хвастайся. Хвастайся, это хвастайся, гляньте. Огромнейшая, ребята, не знаю. Килограмма на 4. Громаднейшая. О, Степан никуда. Это уже готово, спелое. Вырывай не хочу. Кто их есть будет, у меня же дома не будет, вы знаете. А этот, гляньте, гляньте, чудо природы. Степан, Степаня. Вот это еще одна дыня. Вон еще две, еще они не спелые. Хвастаюсь урожаем. Короче. В том году хвасталась арбузами, в этом году нечем хвастаться, арбузов практически нет. Гляньте, заросли дынь, кукурузы. Кукуруза вроде тоже не особо, как бы не особо, но классно, классно, полно тоже. Вот, гляньте, еще две, это одна побольше, одна поменьше, не готова еще. Я думаю, а там фиг его знает. Вот еще. Вот, хотела посчитать, ребята. Не могу сосчитать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот здесь, в этом районе, насчитала 18 штук. О. Коты собираются мои. Гляньте. Кузьма идет. Степан и Кузьма. Русские коты, да? В том году хвасталась арбузами. 81 штука урожай был. В этом году еще дыни не считала. Но арбузы тоже присутствуют в нашей жизни. Как без них? В этом году, гляньте. О. Коты присутствуют, вот они. Степан присутствует, да, Степ? Да, красавица? Это котенок, ему года еще нету. Траву специально не вырываем уже, потому что, чтоб не погорело. Степ, не мешай, не мешай, а? Что за кот? Внимание всегда хочет. Вот. Гляньте, огонек. И рябенькие все огоньки. Но не сравнить, конечно, с урожаем. Привет, Кузьма. Не сравнить с прошлогодним урожаем. Конечно, нет.
коты за мной, а коты за мной. О, гляньте. Самое лучшее у нас разводятся коты. Со скоростью звука причем. Со скоростью звука. Гляньте. Вот. Чудо природы. Как его не любить, да? Как вот их не любить? Как вот их не любить? Степань. Степань. Я называю его Степаня. Он знает. И за мной, гляньте, никуда от меня, никуда вообще. Вот поменьше. Ну, уже довольно-таки спелая, гляньте. Там, не знаю, на килограмм. О, это что-то подпорчено, они видели. Кто-то уже съел. Фазаны, наверное. У нас тут в большом множестве водятся фазаны. Или фазаны, как правильно там. То будете писать, неправильно говорить, да? Так, 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 где-то я видела еще. Ну, дынь. Дынь много, ребята. С учетом... О, гляньте. С учетом того, что нас двое, нам хватит их завались, этих дынь. О, гляньте, там... Степаня тут. О, не дает снимать. Ничего не дает. Специально оставили траву, чтобы не горело. Потому что без травы уже в такой, ну, в такой сезон, в такое время года уже все будет. Просто посохнет и все. О, гляньте, что творит. Гляньте, что творит. Вот, гляньте. Еще. Ну, я довольна своим урожаем. Недовольна урожаем, конечно, я арбузов, потому что его нет, можно сказать. Арбузы мелкие и мало. Кто меня смотрит, те видели в том году, какие у меня были арбузы и сколько их было. Хоть продавай на рынке. Конечно, мы это не делали. Пораздавали. Что-то нету у нас предпринимательской жилки такой. Гляньте. Специально посчитаю. Вот арбузы. Это огонек. О, это такие рябенькие. Не знаю, как они называются. Врать не буду. Но хочу в этом году привезти из Сочи семена. Арбузы мы там покупаем постоянно. Дыни тоже присутствуют. Да, Степан? Дыни присутствуют тоже. Ну, я ожидала худшего результата, потому что арбузы вообще до очень долго не было арбузов. Очень даже долго. Ну, он здоровенный какой лежит. Вот он. Он на самом деле большой, просто далеко. Очень далеко. Хвастаюсь. Хвастаюсь перед вами, ребята, арбузами и дынями. Может, кому-то огородные такие разборки не нравятся. Но что есть, то есть. Что теперь? Вот, гляньте. Обязательно посчитаю, сколько их.
И вам скажу. Так главное, что они спеют в одно и то же время. Вот это мне. У меня Степан со мной, ребята. Степан молодец. Что могу сказать? Помощник. Мешать любит, помогать любит, мешать любит. Гляньте, уже, наверное, спеет. Это зеленковато еще. О! Несутся. Да хватит баловаться, хватит. И семена это не с домашней дыни. Это просто покупали на рынке. Вот что из этого получилось. Вот что из этого получилось. Да, получилось неплохо. О, неплохо, да, Степ? Мурзик, иди сюда. Мурзик, привет. Бегом сюда иди. Бегом, мой красавец, мой красавец. Бегом, привет. Привет, Мурзик. Поздоровайся со всеми. Молодец, молодец, Мурзик. Молодец. О. Они кругом со мной, вот эти питомцы, домашние любимцы. Да, Мурзик, привет. Не хочет что-то разговаривать. Идет кнопка, кнопа. Красавица моя. Ну вот, ребята, все, что я хотела вам показать на сегодня. Всем хорошего и доброго, ребята. Всем, ребята, пока. Арбузы, дыни и коты, да? Вот. Арбузы, дыни и коты. Вот она моя плантация. Подзаросла немного, но я специально, мы специально это оставляли. Потому что, чтобы это все не погорело просто. То высохнет, погорит и будет зелено лежать, и уже типа спело, но просто сгорит и все. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Всем, ребята, пока.